Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Юля. Сегодня я покажу вам, что я собираюсь брать с собой в Таиланд. В Таиланд я лечу на неделю, и, соответственно, все это время нужно будет чем-то умываться, краситься, чем-то мыться, чем-то защищать себя от солнца. И, в общем, я хочу вам показать все, что я с собой возьму. Давайте, пожалуй, начнем с вами с умывания, потому что это самый важный процесс в любой стране, в любом климате. И для умывания я возьму с собой вот такую косметичку Cyherb. Я выложила оттуда почти все те средства, что были в этой косметичке. Я планирую их взять в другое путешествие и положила туда свои. Давайте вместе ее сейчас разберем. Я уже выложила все из косметички для нашего удобства. И в качестве гидрофильного геля я возьму с собой сыворотку гидрофильную и гидрофильный гель от Биоре. Беру две штуки, потому что оба этих средства уже заканчиваются и никак не закончатся. В общем, я просто не хочу, чтобы оно у меня закончилось там и у меня больше не было ничего для умывания. Вот сюда. В баночку из-под тоника от Andalou Naturals я перелила свою мицеллярку от Nivea. Кстати, никогда не выкидывайте вот подобные маленькие баночки, потому что они всегда пригодятся вам в путешествии, как мне сейчас. В качестве средства для умывания я возьму вот такое средство от CeraVe. Я уже пробовала эту умывалку, она мне не особо понравилась, но она маленькая, и поэтому я возьму ее с собой. Быть может, при втором шансе она покажет себя лучше, и мы все-таки подружимся. А быть может и нет, но тогда я ее там же и оставлю, и не буду брать с собой обратно в Москву. В качестве тоника я возьму вот такой вот тоник от Lancaster. Он мне попался в бьюти-боксе от Sephora. Я понятия не имею, что это за тоник, хороший он или плохой, просто беру его, потому что это единственная миниатюра тоника, какая у меня только есть. В качестве сыворотки для лица я для себя заказала вот такую сыворотку от Hello Beauty. Это утренняя сыворотка, она с центеллой азиатской, и для меня это очень хорошо, потому что кожа у меня проблемная, и подобные компоненты мне прямо-таки как врачом прописаны. Данная сыворотка будет увлажнять мне кожу, она будет подсушивать воспаление, лечить их. В общем, все хорошо с этой сывороткой. Заказывала я ее, кстати, на Озон. В качестве крема для лица я возьму с собой либо вот такой вот крем от Andalou Naturals из серии Anti-Age, либо же я возьму с собой крем от Huxley, который я нашла, собственно, в данной косметичке с корейской косметикой. Я пока не решила, какой крем я возьму. Скорее всего, я возьму от Andalou Naturals, потому что у него уже подходит срок годности и нужно его на себя вымазать. И в качестве крема для глаз возьму вот такой вот крем от бренда Benton. Я его уже несколько раз пробовала, он в целом, ну, пока что непонятно какой, и, собственно, хочу его там протестировать и посмотреть, хороший он вообще или нет. Теперь давайте разберемся со средствами для душа. Все средства для душа, а также SPF я положу вот в эту большую косметичку. У меня здесь уже лежит релакс-маска, которую я возьму с собой в самолет. Уже 100 раз про них рассказывала, поэтому не буду сейчас заострять внимание. Очень классная вещь, которая помогает релакснуть практически в любом месте. В качестве геля для душа возьму с собой гель от Yves Rocher. Это концентрированный гель с манго и кориандром. Я этот гель брала с собой в Турцию, мы ездили на 2 недели, и, как видите, его закончилось только половина. Этот гель действительно очень экономно расходуется. Так что беру я его с собой в Таиланд, надеюсь, что вымажу его там до конца, и больше не буду таскать его с собой. В качестве шампуня я возьму с собой 2 вот таких вот средства. Я возьму с собой, наверное, какой-то один из этих 2 шампуней, причем, скорее всего, вот этот Асьос у меня останется ждать поездки в Рим. Я, честно говоря, понятия не имею, что это за шампунь. Взяла его чисто потому, что мне понравилась упаковка вот его и кондиционера для волос. Очень красивый, на мой взгляд, дуэт. Так что попробуем, будет ли он хорош, или, быть может, это окажется, ну, такое. Кстати, данная серия рассчитана на сухие и поврежденные волосы. У меня они как раз-таки такие. Так что надеюсь, что эти средства будут рабочие. И, кстати, чуть не забыла сказать, я с собой также возьму вот такую масочку для лица с алоэ.
Мне она понравилась, потому что она очень маленькая, непонятно, как она будет действовать, хорошая она или нет, но я решила взять самый безопасный вариант с алоэ, который будет увлажнять кожу, который будет ее успокаивать и регенерировать. Также давайте покажу, что еще я беру с собой для волос, а это вот такое вот масло от Эльцеф. Это тоже миниатюрка, покупала ее в подружке. Я всегда использую масло для волос, когда их сушу, потому что так они становятся более красивыми, более блестящими, более мягкими, и они меньше повреждаются от сушки феном. Так что не могу я без масла, и лучше взять вот такую вот миниатюрочку, чем тащить огромную тубу. И сейчас давайте я вам покажу, что я беру с собой из SPF. Так как едем мы всего на 7 дней, то много не понадобится. Я взяла вот такой вот SPF от Sunlook. Очень маленький формат, здесь всего 30 мл и SPF 30. Также на iHerb'е я заказала вот такой вот SPF от бренда Alba Botanica с лавандой. И тут SPF 45. Понятия не имею, тоже хороший это SPF или плохой, по отзывам он был хороший. Здесь тоже миниатюрка, 28 здесь грамм, так что беру его с собой и, скорее всего, обратно уже не привезу. Для лица я возьму с собой вот такой вот праймер от бренда Etude House. Мне, конечно, праймер там нахрен не нужен, но здесь SPF 33, и это средство предназначено специально для лица. Я, честно говоря, побоюсь вот эти средства использовать для лица, поэтому я возьму с собой проверенный праймер, который не забивает мне поры и который не вызывает у меня прыщи. И также на первые 2 дня я возьму с собой вот такие две миниатюрки Sunlook с SPF 50. Эти средства очень быстро заканчиваются, но у них действительно хорошая защита, я их уже пробовала несколько раз, мне всегда помогало. Так как еду я не одна, а с молодым человеком, то думаю, что на 2 человек вот этого всего на 7 дней нам будет более чем достаточно. И в качестве средства после загара я возьму с собой вот такое средство, которое я брала с собой в Турцию, но оно там не закончилось. Это средство я покупала в аптеке, и оно действительно неплохо работает, неплохо успокаивает кожу, ее увлажняет и снимает покраснение и какие-то неприятные эффекты после обгорания. Также у меня здесь с краю лежат ватные диски, вот такие маленькие. Я их брала в подружке, и я надеюсь, что они там же у меня закончатся, и обратно я их не повезу. И также у меня тут с краю лежат вот такие пакеты. Я всегда беру с собой пакеты, я в пакетик заворачиваю всегда все гели для душа, шампуни, все, что может протечь, чтобы не испачкало оно мне чемодан и все вещи, которые лежат в чемодане. И самый последний, давайте мы с вами разберем косметичку с декоративной косметикой. Вся она будет находиться у меня вот здесь. Так как в Таиланде очень жарко и влажно, мне, скорее всего, не захочется там ничего красить. Поэтому я решила взять с собой косметики по минимуму. Ну, вы поняли, это мой минимум такой, да? Человека, который очень любит краситься. Во-первых, я с собой обязательно возьму 2 консилера. Первый консилер, это вот такой консилер от Эвелин. Это очень легкий, незаметный консилер, который ложится действительно просто незаметнейшей вуалью. Его я беру с собой для зоны под глазами. И также на всякий случай я возьму с собой вот этот консилер от L'Oréal. Он очень плотный. Беру его на случай, если разведутся на коже воспаления неприятные, которые нужно будет скрыть. Но надеюсь, что мне не придется им пользоваться. Для бровей я тоже возьму с собой несколько средств. Во-первых, обязательно беру с собой карандаш для бровей. Лично для меня это вещь обязательная, потому что брови у меня плохие, брови перещипанные, они не растут. И, в общем, без карандаша или же без геля я выгляжу как чушка. И беру обязательно 2 геля. Оба геля я беру пигментированные, чтобы можно было прокрасить и кожу, и волоски. Беру вот такой вот от Luxe Visage, я сейчас без него не могу, это, наверное, один из моих любимых гелей. И беру вот такой вот от Vivienne Sabo. Обязательно беру с собой тушь. Беру обычную тушь, вот такую от Estrade, Oh My Doll. И также возьму с собой водостойкую тушь от Catrice на случай, если мне захочется где-нибудь пофоткаться. И, ну и, естественно, мы будем купаться, так что это просто необходимость.
Тональное средство я никакое брать не буду, но на всякий случай, если мне все же понадобится срочно чем-то лицо перекрыть, я возьму с собой вот такой вот пробник от Herborian, это CC-крем. Ни разу его не пробовала, не знаю, что он из себя представляет, но вообще средства Herborian практически все хорошие, поэтому надеюсь, что и оно не подведет. Также я планирую взять с собой вот такой вот бронзер. Это мой любимый сейчас бронзер из бюджетных, бронзер от Yves Rocher My Green Summer. И к нему я возьму вот такую маленькую кисть от EcoTools. В качестве румян возьму вот такие румяна Milani. Они будут красиво смотреться на загорелой коже. И также, что в них хорошо, это то, что у них есть своя кисточка. В качестве хайлайтера возьму самый маленький, но красивый хайлайтер от бренда Becca в оттенке Opal. И к этому хайлайтеру я возьму с собой вот такую вот кисть от Real Techniques. Для глаз я не буду брать никакие тени. Единственное, что я возьму, это вот такие жидкие тени от бренда Luxe Visage. Metal Hype. У меня это оттенок номер 6. Очень красивые, приятные тени. Я думаю, в стране с повышенной влажностью мне не захочется наносить никакие сухие тени, поэтому на всякий случай, если все же захочется навека что-то нанести, я возьму с собой вот их. И также я с собой возьму две помады. Во-первых, это Lip Glow от Dior. Я уже показывала это средство. Одна из моих любимых помад, любимый блеск. Очень красивый, приятный, нюдовый. В общем, отличное решение для повседневного макияжа. И если захочется чего-то яркого, то я возьму с собой вот такую помаду от Flavera в моем любимом пыльно-розовом оттенке. Ну и, конечно же, я возьму с собой мою любимую гигиеническую помаду от бренда Blistex. Я возьму с собой версию вот такую голубую с SPF 50. Ну что ж, а это все, что я планировала взять с собой из сферы бьюти. Очень надеюсь, что данное видео вам понравилось. Если это так, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем пока-пока!